За 29 лет независимости Республики Молдова. У Молдовы был такой президент, на ваш взгляд, который вот был действительно на своем месте, который пытался объединить народ, и чтобы страна развивалась правильно? К сожалению, нет. То есть никто из тех президентов? К сожалению, может и были люди, которые хотели этого, но, к сожалению, не смогли решить вот этот вопрос, сплотить наше общество, чтобы оно было не такое разделенное. Потому что если бы это было так, у нас было бы сейчас совсем другое общество. Общество, которое не так разделено на столько критериев. Да, да. Ну, значит, у нас не было такого. И не только президента. Политики у нас были такие, и партии такие были, которые между собой там боролись. И мало было случаев, когда нашли национальный консенсус, как в том случае в 2005 году.